большую часть дороги Полина дрыхла, как там, как только присели в самолет, она сразу рубанулась спать, с чем нам очень повезло. И она вот недавно проснулась, покушали мы, и рисуем. Все нормально, без криков, без скандалов. Все было отлично. Детворы полон двор. Детворы полный самолет. Как будто пионерский лагерь везут в Таиланд. Машируйся. Скажи, я выспалась, мне клево. Воздушный поцелуй для всех. Вот такой прям шикарный. Вот, что ты тут нарисовала? Самолетик нарисовала? Вот, так что нам много чего не пригодилось, все в запасе, игрушечки всякие, там еще рисовалки какие-то, там еще что-то, чтобы мы понабрали, чтобы отвлечь ребенка в полете. Ну, и отвлек хороший сон. Где мы летим хоть? Мама нас фотографирует.
самое, как будто вот только в Москве. Но жарко. Нет. И едешь по встречной, по МКАДу, потому что здесь они едут в обратную сторону. Вот. Ну и пальмы, короче, есть. А так все те же каменные джунгли кругом. Пальмочки красиво, тепло, дождик маленько моросит, но на улице тепло, хорошо.